Всем привет! Старт на город Семипалатинск. Время 11:25. Все, мы выезжаем. Заехали в Магнум купить в дорогу продуктов. Дальше выезд из города. Вперед до Семипалатинска. Проехали, короче, ночью все ямы до кочки. Дорога ужасная. Ночью не снимал, потому что смысла нету. Там дергалось и все ужасно. В общем, остановились ночью. В 3 часа ночи остановился около кафе. Там переночевали в машине, 2 часа поспал. И вот едем дальше. Уже подъезжаем к Семипалатинску. Мы доехали до пункта назначения. Наконец-то. Блин, устал. Дорога вообще страшная. Потом, давай потом разберемся, что еще надо. Сейчас. Завтракать. А сначала душ, потом завтракать. В Семипалатинске тоже пробки есть, оказывается. На Семипалатинске еще. Всем привет. Это 3 дня. После последнего съема, вот еще сейчас начал снимать, некогда было. Приехал на родину, где я вырос, Шахаман. Сейчас проедемся, покажу. Была раньше, но сейчас она центральная улица. Там дальше школа. Мечеть. Здесь вот раньше у нас был большой клуб двухэтажный. Здесь большой клуб раньше двухэтажный разобрали. Это у нас местный акимат. Здесь вот дальше, сейчас, да, местный акимат. Здесь вот раньше было 2 общежития. Очень много воспоминаний об этих общежитиях. Центральная улица. Как было здесь? Гравийная дорога так и осталась. Сколько лет прошло, помню до сих пор это здесь. Гравийная дорога, сколько себя помню, так она и была здесь. Здесь что у нас еще? Тут вспомнит. Здесь раньше вот Васильевы жили. Дальше здесь, ну, я уже не помню, кто здесь жил, то, блин, дальше. Сейчас. Здесь детский садик был. Да, вот детский сад был раньше. Тоже нету его, по-моему. Сейчас полетаю, поснимаю. Ну, посмотрим. Потом чуть позже еще на Иртыш съезжу. Там поснимаю. Все, смотрим. Сижу на берегу Иртыша, вспоминаю молодость, сейчас передо мной Иртыш. Сейчас покажу. Вот
Дальше ехать, возвращаться в Алматы. Сейчас в Семипалатинск, там заправлюсь, машину заправлю, и дальше до Алматы дорога. Все, мы выезжаем с города Семипалатинска,